Здравствуйте, ребята! Ну вот, наконец-то и лето пришло в столицу Украины. Сегодня я нахожусь на открытии City Beach Club, где собралось очень много замечательных людей, да и просто, в принципе, сегодня здесь круто! Поэтому, пользуясь случаем, хочу пообщаться о новинках пляжной моды. Что в этом году будет модно носить на пляж? Предлагаю об этом и поговорить. Ну что, давайте, девочки? Давай! Какие модные тенденции этого лета? Красный носок. Носок. Шлепанцы. Один носок, да. Ну и мокасины, конечно же. Они никогда не выходили из моды. Конечно. И так на пляжах. На пляжах еще бы. На шпильке тоже можно. Тоже можно на пляже. Да. И это мне говорит мужчина. На девушке вообще прежде всего, да, показывать там грудь, когда без душа покупали, когда он просто, да. А вы как выходите по пляжику и проверяете, да? Ну это да, это реально, но это очень рискованно. Я думаю, будет модно ню. Ню, допустим. Скажи, пожалуйста, да я просто посмотрю. Какие плавки сейчас мужские в моде? Вот, ну. Ну, не рекомендую мужчинам стринги. Это очень просто, да? Не рекомендуется, потому что, ну... Потому что дядь Жора носил, дядь Жора знает. Да, неудобно жмут. Жмут, да? Да, ну это что-то такое. Ты поправ, если жмут, как бы, ну... Свободненькое надо. В общем, главное, чтобы было тепленько, как говорила моя бабушка. Ну что тут скрывать, ну в моде вы разбираетесь. Что будет модно в пляжном сезоне в этом? Ну сейчас время идет к тому, что купальники скоро отменят вообще. Вообще? Да, мы будем голенькими. Ой, вы знаете, я немножко туповат в плане моды, поэтому я одел на голову сегодня вот эти вот, вот эту маску. Это был мой вопрос, второй вопрос, что за хрень у вас на голове? Я как-то, знаете, одел, я решил, что я буду в этом... ну, как эпатажный, что ли. Оно мне пойдет, оно подходит. Тут фиолетовое, здесь и здесь. Вот поняли? Ваш стиль называется all-inclusive. Как бы вы полностью не в адеквате. Но это нормальная тема. Ну, наверное. Вы можете, если вы дизайнер, да, наверное, есть такие? Да не дай бог, вы что, я дизайнер, да, вы, ну, прикрытие. У меня жена, дети, какой я дизайнер, прекратите. Ну, боже. Ну что ж, друзья, на этой яркой ноте я и прощаюсь с вами. Хорошего, жаркого, а главное, мирного лета нам всем с вами. Пока!